Тем не менее, на очередном заседании Анапской антинаркотической комиссии было принято решение усилить профилактику и сделать максимально доступной для населения информацию об уголовных делах и тюремных сроках, которые получили те, кто распространяет наркотики. Были также озвучены и основные причины. Это пропаганда в интернете, ложное представление о безвредности психотропных веществ, которые тиражируются в молодежной субкультуре, появление на теневом рынке новых психоактивных веществ, вызывающих мгновенное привыкание. Помимо этого, у курортных городов есть свои особенности. Это миграционная и туристическая привлекательность. Не секрет, что у нас именно в этот период с появлением здесь как раз отдыхающих появляются те лица, которые сегодня предлагают свою продукцию в виде наркотиков на рынке потребителей. Потребители – это наши потребители, те, которые сюда приезжают.